далеко-далеко, в той стране, куда улетают ласточки, когда у нас настает зима, когда-то жил король. У него было 11 сыновей и одна дочка, Элиза. 11 братьев-принцев ходили в школу со звездой на груди и саблей на боку. И писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать и по книжке, и наизусть. Сразу видно, что это принцы. Сестрица их, Элиза, сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. Да, этим детям жилось куда как хорошо. Только недолго длилось их счастье. Король, их отец, женился на злой королеве, и она не взлюбила бедных сирот. Им пришлось это почувствовать на себе в первый же день. Когда во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, мачеха вместо пирожных и печеных яблок, которые дети обычно получали вдоволь, насыпала им полную чашку песку и сказала, что они могут вообразить, будто это лакомство. Через неделю она отдала маленькую Элизу на воспитание в крестьянскую семью, жившую в деревне. А потом так наклеветала королю на бедных принцев, что он и видеть их больше не хотел.